спецвыпуск «Вся правда о российской медицине». Здравствуйте, ребят. О, Жанночка, привет! Сама Жанна Фриска к нам пожаловала. Как делишки тебе? Да ничего, нормально вроде пойдет. Как ушки? Ушки, ну, зарастают все, ну, уже не торчат, в общем, разные стороны. А шовчики? Подожди. Да нет, нормально уже. Ну, в общем, я пришла вам с новой проблемой. В общем, такой смешной инцидент произошел со мной. Я выступала в Нижнем Тагиле, в общем, концерт у меня был. Вообще, там была такая зажигательная публика, я просто в кураж вошла и ударила себя по носу микрофоном. В общем, ну все там. Ну да, у нас такого вообще не было. Нет, ну горбинку можно убрать, в принципе. Ну и морщинки так убрать. Ну это мы... Нет, ну... Морщинки, ну, как всегда. Да, ну, в общем... Так, ну тогда, Саш, записывай тогда все. Я сейчас подготовлю операционную. Да, прямо сейчас, да, можно? Да, ты раздевайся, Жан, ты как дома себя чувствуешь, что знаешь. Прямо сейчас. Каждый день сюда. Ложитесь, ложитесь. Сейчас небольшие нюансики, датчики. Можно? Можно сюда. Так. Саш, давай за датчиками следи. Что сейчас? Все хорошо, настроение? Да, вообще. Все в норме, нормально. Пульс, давление, все хорошо, можно, я думаю, голова не болит, нормально? Нет, нет. Можно давать наркоз. Так. Пока записывать. Так, на наркоз. Давайте масочку одеваем. Теперь дышим через нос. Считаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Спит. Так, ну, так, значит, пока спит. Значит так, что там? Горбиночка. Горбиночку мы прям, наверное. Ну, думаю, здесь вот на отрезок можно сделать. И здесь для того, чтобы морщинки. Ну да, я тут, ну давай начнем туда с носика. Носик. Угу. Так, хорошо. Носик сильно суданул, кстати. Ну, значит. Так, без морщиночки. Так, ну немножко попили, наверное, да? Ну, естественно. Водачку проверь, Саш, нормально? Сейчас гляну. Сейчас зубило возьму. Температура высокая, ничего страшного. Ну, так, это я зашью туда с ваткой. Саш, ваткой возьми, пожалуйста. Да, конечно. Кровяка. Я подожду сейчас все. Так, ну здесь как бы так нормально, наверное. Ну так и шью. Ну, Жанночка, красавица ты наша. Ну все, в принципе. Ну да, в принципе, я тоже считаю. А сейчас 8 часов после наркоза.